С вами Йоланда Блогер. Да, Йоланда Блогер, и это наше первое видео с игрушками. И вы на канале Мисс Бьюти Джи. Да. Да, так называется канал Йоланды. И сегодня мы будем играть вот в такой... Да, с Йоландой будем играть... Так, в Пеппу, папу, маму, Пеппу, папу, маму и Джорджа, да? Кто такой Джордж? Джордж. Джордж это кто? Маленький свин. Маленький свин, он братик Пеппы. Да. Да, и у них есть вот такой замечательный трейлер. И они в нем, да, они все в нем сидят. И куда они направляются? Спать. Не спать? Они, наверное, на пикник поехали. Да. Едут на пикник, приехали. У них здесь открывается крыша. И доставай всю семью. Пеппу. Пеппа у нас. Она будет сидеть, а папа спит. Да, надо сначала их всех вытащить. Папу, маму, Джорджа. Еще маленький. И у них есть здесь такие сиденья, но они вытаскиваются, и можно сделать им стол с двумя диванами. Вытаскиваются два вот этих дивана. Йоланда, подожди, а вот здесь вот не видно будет в камеру. Вот давай вот так поставим. Тут. Сюда. И стол тоже в наборе в этом шел. Такой с тарелочками, с вилками, с ложками. И мы ставим его посередине. Да, машину можно закрыть. А ложки нету. А ложек нету? А у них вот здесь ложки на столике уже прям. Давай, рассаживай маму, папу и деток. Они сейчас будут кушать. Они выехали на пикник. И взяли с собой много вкусной еды. Да? Да. Так, рассказывай, кто здесь сидит у нас? Пеппа, Джордж и мама свинка. И мама свинка, еще кто? Пеппа и Джорджем. А мама с кем рядом сидит? С папой свином. С папой свином, правильно, хорошо. И что они сейчас будут кушать, расскажи нам. Иду. Еду. А какую еду? Курицу с мясом и соусом. А, курицу с мясом и соусом? И с макаронами. И с макаронами. А что они будут пить? Нет, кушать. Кушать будут? Да, и воду. И воду будут пить? Да. Здорово. И будут играть в волейбол? Да. А где мячик? Мячик? Нет. А я не знаю, давай им... Слепим из пластилина мячик. Давай! Вот такой пластилин Play-Doh. Да. Это самый любимый пластилин Йоланды. И она сейчас будет лепить для деток, для братика Джорджа и для свинки Пеппа мяч, да? Да. И еще один. И еще один. И оранжевый. Угу. И еще оранжевый пластилин. Да. Тут лазит. Хорошо. Вот она тебе. Вот. Так, но прежде чем лепить мячик, может быть, им в тарелочку мы сделаем еду? Положим. Нет, мячики. Мячики будем? Ну, давай, хорошо, мячики делай для них. Сейчас давай у нас... вместе. Да, сейчас Йоланда будет делать мячики. Вместе ну, хорошо, мамой. Давай с мамой. Давай, мама будет делать один и один... Йоланда. Так. Мы как берем? Мы вот так берем кусочек и начинаем лепить такой шарик. И вот так его катаем, катаем, да? Я делала мячик. Нет, так его надо вот так вот хорошо-хорошо катать, да, чтобы да, он был ровный. Да, нет. На. Вот как так, один делать. Мячик у нас, кажется, уже есть. Один для Джорджа и Пеппы. Да, для Джорджа и Пеппы уже один мячик Йоланда сделала. Покажи нам, какой он.
Оранжевый. Оранжевый. Ой, он катился. Он такой круглый, что он катится, да? Да. Как колобок. Как колобок. А ты знаешь сказку про колобка? Да. Расскажешь Пеппе и Джорджу? Да. Рассказывай. Колобок. Я колобок-колобок. Я от бабушки ушел, от дедушки ушел. От тебя волк. От тебя... От тебя дядя. И подавно. И там... И он катился, колобок дальше. Хотите катиться? Дайте ему... Волк. А ты говорит, колобок-колобок, я тебя съем. Ешь меня, серебок. Тебе песенку свою сейчас пел. Колобок-колобок, от бабочки ушел, от дедушки ушел, от бабочки ушел. Тебя, медведь, и подавно. А тебя волк. И подавно иду. Он катится, колобок пытался. Катится, катится, катится ему медведь. Медведь чокает. Колобок-колобок, я тебя съем. Не ешь меня, медведь. Чпа. И подавно иду. Я тебе песенку спою. И еще пел. Я колобок-колобок, от бабушки ушел, от дедушки ушел. Тебя и подавно иду. Катится, колобок дальше катится, катится. Все ему волк. Не волк, уже волк был. Волк? Лиса. Лиса. Лиса какая? Хитрая. Хитрая, да? Да. Что она говорит? Колобок-колобок, я тебя съем, не ешь меня. Лиса и бабу. Я тебе песенку спою. И еще пел. Я колобок-колобок, от бабочки ушел, а дедушки ушел. Я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, а от тебя, лиса? И подавно иду. А лиса говорит, что? Ох, колобок, старая я стала. Плохо слышу тебя. Да? Да. И что она говорит? Сядь ко мне на мордочку. И попой еще, я ёдик. Колобок сел к ней на мордочку, а лиса его... Вот так, браво, Йоланда. И что у нас, Пеппа и Джордж, они, наверное... Рады услышать сказку были? Я сейчас сделаю побольше. Да, Йоланда сделала такой мячик, похожий на колобка, и рассказала это ей сказку. Это не колобок. Это уже не колобок, а что это? А, колобок уже все, его лиса съела, да? Да. А что это теперь у нас? Мячик, большой. Да, а теперь? Он еще... И мы сейчас катим вот так. Так, да, Йоланда у нас очень-очень любит в пластилин играть. И с Пеппой. Это у нее самые-самые любимые вот, игрушки. Вот, делаю дыньку. Вот я сделала дыньку. Да, а теперь давай у нас Пеппа и Джордж пойдут играть во что? Мячик. Какая игра? Как да, называется игра? Да, еще сделаем голубой мячик. Еще и голубой? А в футбол они не пойдут играть? Они же приехали на пикник. Они уже, наверное, покушали у нас, да? Да. Папа свины и мама. А мама свины и папа еще кушают? Да. А, ну хорошо. Давай, тогда они немножко посидят, пока ты еще один мячик сделаешь. Угу. Угу. Смотрите, какая... Красивая машина, какой трейлер. Это мама ее купила. Мама или папа? Папа. Ну да, наверное, это мама с папой вместе. Представляете, у этого трейлера, вот они сидят на пикнике, и у трейлера можно вот так вытянуть на роликах такую крышу, тент. А где ролики? Ну не на ролике, а там такой механизм есть. Она делает из пластилина. И сделать, как будто, чтобы вот солнце не попадало на деток. Да? Да. Да, это солнышко. А то солнышко, если напечет голову, то головка будет болеть потом. Правильно? И... А кроватку? А кроватку мы в другой раз возьмем. Да?
Да. Сейчас же они далеко от дома, они сейчас на пикник приехали. Дождь не начинается. Дождь? Нет. Светит солнышко сейчас. Да? Еще все не жарко. Ну, жарко. Да. Жарко. Нужно сделать ролики. Ролики сделать? Да. А в футбол они не идут разве играть? Потом сделаем. Ну, хорошо. А ты умеешь ролики еще лепить? Да. А кто тебя научил? Мама. Мама? Я сделаю ролики. Что там у нас? Джордж, наверное, покушал. Джордж, Пеппа, вы покушали? Смотри, мама свинка уже встала. Вот такая у нас мама свинка в таком оранжевом красивом платье. У папы свинка голубая. Да, а у папы голубая одежда, голубая рубашка, да? А дядя синий. Так, мама пошла прогуляться чуть-чуть. Ходит она здесь такая, ходит. Земляники нету. Мама пришла к Йоланде и спрашивает: Йоланда, а ты сделала уже мячики для Джорджа и для Пеппы? Ну, а головой не хороший. Не хороший? А оранжевый хороший получился? Да. Ну, хорошо, спасибо тебе, Йоланда. Не за что. Я сейчас сделаю ролики и буду кататься на ролике. Первый идет. Мы сейчас сделаем первый хороший. Все, солнышко, наверное, чуть-чуть прячется. Можно убрать тент, да? Да. Вот так он задвигается. Ой, что-то у нас крыша поехала здесь чуть-чуть. Что-то она не поедет. Не поедет? Нет. Но сейчас я... Здесь, кстати, есть такое колесико. У крыши. И вот я так вот можно мама, крутить, крутить. И буду. Тент у нас уходит вовнутрь. Так. Ну все, машину тогда паркуем там же, где она и была. Вот он. Вот они, готовые. Готовые ролики? Да. Ну здорово. Мы сейчас повернем чуть-чуть. Делаем бейки. Здорово. Вот мячик готов. Покажешь поближе? Да. Вот они, готовы. Где? Вот они. Вот тут положу. Ну ты покажи сюда, а то их не видно. Видно. Да. Покажешь? Вот они. Браво! Сейчас я положу вот сюда. Ну, два. А голубой не кажется. Голубой не получился, да, у нас? Нет. Ну все, давай теперь бери Джорджа и Пеппу, и они пойдут играть. М? Не, наверное. А папа Свин подвинет немножко диван свой и будет сидеть смотреть, как они играют. Да? Да, и папа зовет маму Свинку. Мама Свинка, иди сюда, садись рядышком. Давай смотреть, как у нас будут играть Пеппа и Джордж. Давай. Давай. Так, мама Свинка у нас тоже пошла, села. Вот так они ну, сидят сюда. Теперь и смотрят. Да что тут? Сейчас Пеппа делаем ролики. Сейчас Пеппа делаем ролики. Так, чуть-чуть я подвину сюда, чтобы видно было, да? Да. Стол можно уже убрать, потому что они уже покушали. Угу. Правда? Да. Сейчас делаю ролик. У Пеппы уже есть ролики? Да сейчас не готовы. Не готовы? Ой, Пеппа у нас еще без роликов. Пеппа еще так ходит. Сейчас, давай, одевай. Ну, сейчас. Вот, Йоланда уже начинает одевать ей ролики. Сейчас оденем
Так, Йоланда вот уже сделала Пеппи ролики. Нет, ну что нет, такое? Нет. Нет, уже они не хотят кататься. Нет. А, я думала, что они будут кататься на роликах. Сейчас сюда, сюда. Все, а что они сейчас будут делать? Они будут играть мячик. А, ну давай. Давай, у меня Джорджа или Пеппу. Да. Я буду Джорджа. Вот. Давай. Лови, лови, Джорджа. А, Пеппа, как классно играть. А ролики наши где? Дома? Дома. Ролики дома. А, ну, да, наверное. Ну, давай тогда поиграем. Давай. Ой, какой классный мяч. Это, так здорово. Это я сделала. Это ты сделала? Мама, папа, посмотрите, какой мяч Пеппа сделала. Это Йоландочка делала. А, Йоландочка делала для Пеппы, да, для Джорджа? И я тоже не финишировала. Гоу! 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 Давай быстро, а то солнышко. А давай, свинка Пеппа, а пойдем уже попрощаемся с Йоландой, со зрителями. И встретимся в другой раз еще. Интересно. И мы играли. И мы. Мы играли в Пеппу. Мы еще не наигрались. Не наигрались, но мы доиграемся в другой раз. Мы доиграли. С вами мы сейчас попрощаемся. Играли. С вами была Йоланда и канал Miss Beauty G. И всем пока-пока. Пока-пока.